грязь крушить даже вообразить невозможно, что вытворялось. Спроси, какая нужда была мне жену великих убивать, которая этот и так через год бы помер, как гомофилия страдающий. А это уже так попустил Бог, как плащ Иеремии говорит, и краса наша, надежда наша, помазанник наша, ловим яму. Народ израильский это понимал и страдал, и выход был только в одном возвращении к Иисусу. А пошли еще дальше. Вот они репрессии. Кто-то уцелел, вот она война. Вот Бог и показал всем путь покаяния. А сегодня это нельзя смотреть, чтобы, говорится, слезы глаза не застилали. Патриарх говорит, духовная развалина. Так это, патриарх, то, что тебе показали. А где мы едем и где бываем там? На четвереньках все стоит. Россию делят на счастье, рвут. Уже. А сейчас нет, сейчас. Россия очень единая. Сейчас Россия очень единая. Потому что сейчас отстроено, вот буквально 2 года назад закончена постройка системы. То есть подконтрольно и взаимоподчинено все. Да. До самой глухой деревни. Никто из системы ни шага в сторону. Да. Это нас начали строить коммунисты, они сперва партийную систему отстроили, однопартийную. А сейчас просто система. Партийной сейчас можно называться, не называться, а будешь подчиняться одной системе. Вот, не будешь ты самостоятельной работой заниматься. Не дадим тебе. И ты ничего не сделаешь. Вот сколько нужно с тебя взять, возьмут и ничего не сделаешь. Суды, что угодно. В Америке сейчас как? Митинги, что угодно, пожалуйста. А система уже не нарушена. В Америке сейчас официально каждый заявляет, я сажу сколько кусков морковки, допустим, или помидоров. И не имеешь права того, что ты получил 17 кусков, давать что-то соседу. Вот не купить, не продать. То есть даже ты что взял для себя, и это уже нельзя никому дать. Не больше посадить, не больше тебе разрешено, да, 15 коров, на этом все кончено. Искусственные гриппы будут придумывать. В один день поставить на колени всю страну. Уже своего ничего нет. Даже утюги наши стоят, и те зарубежные. Это, ну, идет к одному. Мы знаем, что должен быть антихрист. И как, говорит, воспринимать, что вы для этого делаете? Учиться молиться. И учиться правильно умирать. Другого у нас выхода нет, другого нет. А сопротивление готовят оружие для партизанской войны. Нужно крепить любовь в семье, в общине. Вот единственное что. Вот в этом и заключается подготовка встречи с Господом. Я говорю, вот был праздник всех русских святых. Ее составитель владыка Афанасий Ковровский. Он 10 месяцев жил в Ишиме. Вот. Крестил, служил тайком. Вот. Вы напротив храма, там только забор. Это так понятно. Да. И он составил эту службу. Сейчас все слушают, умиляются. Русь святая, храни веру православную, нежить тебе утверждение. Русь святая, святая, красуйся и ликуй. Где он это писал? На нарах. 33 года по тюрьмам и ссылкам. Значит, нужно было дойти, как Солженицын, говоришь, а в конце сказать, благословляю тебя, тюрьма. Ты меня сделала таким. Он бы никогда этих слов на своде, может, не выковал бы. Ну, не знаю, не знаю. Как могу сказать? Он ученый монах был. Ему собор поручил. Всероссийский собор поручил составлять эту службу. Вот. А составлял он в таких вот, условиях. Вот. Там описание. Батюшка, значит, арестовали в тюрьму, в камеру всовывает. Ад! Полуголые мужики, мат, накуренный, ничего не видно. Сжался, скукожился, его пьют там, хохочет. Тут раз его из этой избима. Бать, службу знаешь? Знаю. Ну-ка, пошли молиться. На второй ярус, на нары. Там сидит владыка Афанасий, рядом с ним сидят, поют, читают службу. Я это знаю. Владыка, именно все так, как говорите. Так.
Ну, пойдемте. А вы завтракаете, я по своим делам буду. Так, почему вы? А разве здесь не будете? А? Нет. Ну, пошли завтракать. Уходим завтракать.